Единственный в Алматы горнолыжный курорт Шимбулак не выдерживает наплыва туристов. Комплекс уже поднял цены на входной билет и сделал платную парковку. Похоже, что времени у руководства тоже не хватает. Чтобы получить комментарий, нашим корреспондентам пришлось ждать руководителя 3 часа. Какова сейчас обстановка на курорте, выясняла Ажар Фатхулла. Шимбулак установил новый рекорд – 7,5 тысяч катающихся. Эти цифры намного больше прошлого года. В связи с этим руководство курорта приняло решение поставить вдоль дороги знаки «Парковка запрещена». Очередное небывалое количество отдыхающих буквально застало врасплох знаменитый курорт. Руководство горнолыжного комплекса в новом году приняло решение поднять цены. Абонемент подорожал с 1000 до 2000. Бесплатная парковка теперь тоже стоит 2000 тенге. А акции и скидок здесь больше нет. Цена в этом году поднялась порядка на 1000, на 2000 тенге. Проблем, в принципе, с парковкой нету. В выходные дни, конечно, машину не поставишь здесь. Ни на Чимбулаке, ни на Медео. Мы из Екатеринбурга, и рубль подешевел. Для нас этот отдых стал в 2 раза дороже. В принципе, там, в прошлом году при такой цене это цена за сервис адекватная. Я недавно приехал с Австралии, с Мельбурна. И цены здесь по сравнению с Мельбурном очень дорогие. Для стабилизации ситуации администрации горнолыжного курорта Шимбулак пришлось усиливать работу обслуживающего персонала. Перегруженность курорта мы, к сожалению, ощутили. Об этом не очень приятно говорить, но были очень большие очереди на канатных дорогах, причем на всех. Вот. И при прибытии туристов, и при убытии были заполнены все парковки. И люди от безысходности, которые поехали на автотранспорте на сам курорт Шимбулак, были вынуждены оставлять свой транспорт на дороге, что явилось причиной больших заторов. И спецтранспорт, это автомобили, кареты скорой помощи, полиции и спасатели, не могли своевременно попасть на курорт и своевременно, то есть, увезти пострадавших отсюда. Подобная ситуация была еще прошлой зимой. Тогда количество посетителей достигло 7 тысяч человек за один выходной день. Сегодняшний показатель приблизился к 8 тысячам. Не секрет, что нарастающий мировой кризис, как ни странно, увеличивает туристическую активность в том или ином регионе. И Шимбулак не стал исключением. И на этом фоне реализация проекта по горнолыжному курорту Кокжайлау становится весьма актуальна. Новый курорт сможет принимать до 10 тысяч туристов в сутки. Ажар Фатхулла, Виктор Королев, телеканал Алматы.